такая густая зеленка. А давайте договоримся, кстати, по базе вообще не бегайте и на движение не пошли. Мэтт, я к вам иду на север. Ты южный видишь? Там. Посмотри сам. У тебя есть чем смотреть? А что за зеленая метка дрон появилась? Не туда пиздовать? Видимо, да. Окей, да. Ветер, тебя не слышим мы. Ты лучше напиши на карте. Да-да, я вижу метку. Передайте Векеру. Векер, мне на восток идти? Да-да-да. Не, стоп. Обходи север. Векер? Да. Может серповок вам еще кинуть? По давай, берегу? Давай, пока можно, давай. Серпов, давай по берегу прям к ним, вот на восток. Просто по кромке и зайдешь к спину. Дрончик обходи, так, точно так же. С севера на восток, он под камнями. Серпов? У меня. Прям на метке. Веки, что убил того типа, который поднимался с востока? Одного убил. Один еще ходил от меня слева подо мной. Да, там еще один был, я ему дал. Какая у них форма? Это америкосы приехали? А белая каска у них была точно. В Марфате, я убил в Марфате. На север, он шел на север, в район Шайтана, как куда-то туда. Кто работает? Шайтан? Нет, это не я, кто работает? Не мы. Нет, это не я. Это север, блядь. Да, вот он пошел с севера. Это север. Вижу его. Или ты сейчас поднимаешься сейчас вдоль этих курсов? Ты вот сборщикайся. Тихо, я там. Человек 4 от силы. Да их всего человек 4-5. Ну там две машины было, метка. Может в одной один, в другой два. Главное посмотреть, кто это был. Векер, я проверю, сейчас я пойду с Морика. Сейчас, погоди, поднимайся. Да, ты всего 6, да. Может, он шаркает. Оптику или холо, или ССО, пожалуйста, заберите себе, я потом вас заберу. У меня оптика есть, лишнюю могу дать. Я еще медиком могу полечить, кого нужно меткой. Меня... О, я, да, мне нужен медик. Короче, у файтера. Про, ты там подходишь? Да, я подхожу, вижу труп. А, погоди, это даже нет, блядь. Это не пулемет. Эту штуку я себе возьму, блядь. Это М27, блядь. Угу. На морпехе же новые, да, М27, конечно. Охуенно. Пифан. Ответил. Иду к тебе подлечиться. Шайтан, а у тебя здесь что, ты так, говорил? Так, кто бегает? Это я, наверное. Бьюка! Утро, блядь! Сидит хуйня! Танк, кажись, взорвали. Двое?
Я в танк попал, экипаж выбежал, голые пацаны бегают. На помощь-то будет какая-нибудь от своих или нет уже никого? Нет, нет, они держат другой триггер тоже. Ну я зашел с запада. Ты, блядь, там поаккуратнее. Минус один. На зеленую вышку забежал, спецназовец убил его. Это тот, кто слушателем, наверное, был. Открыли. Все, второй этаж минус. Файтер открыли. Давайте на сдвиг. Строю всего, походу. Восточные мои метки кто-то бегал. Обновите на все метки, пожалуйста. Чтоб я понимал. Да не, я лежу в травке. Нам же сказали, меньше фрагов, больше выживания. У меня кто-то рядом... В итоге трое, блядь. Если бы не я, еще файтер, по-моему, ёбан. Ну вот, если кто-то сейчас умрет из наших, нам пизда. Он на вышке сидит восточнее меня. Ты знаешь, по-моему, уже никого. Можешь хуярить. Я в своем ангаре ебаш. Ты в ангаре сидишь? Да-да-да-да-да. Ты дрон? Да. Актер.
нормально? Да, нормально, убил одного походу. Метку на типа поставил, бежал на юг. Не знаю, кто это стреляет, но он рядом со мной, не знаю. Возможно, бункер. Походу все. Живой, живой. Да нету дрон. Yeah.
Есть, хорош.